Телеграм-канал администрации города «Вести» с Дворянской сообщает о том, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» стартовал конкурс «Почувствуй Россию» на лучшие авторские путешествия. Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз – тур по стране от программы «Росмолодежи больше, чем путешествия», в который можно будет отправиться в любое удобное время. Срок приема конкурсных заявок – до 17 июня. Победители смогут в течение месяца активировать сертификаты и выбрать туры по России от 4 дней. Администрация железнодорожного района в преддверии Дня космонавтики подвела итоги конкурса рисунков «Путешествие в мир космоса». На конкурс было подано 282 работы в двух номинациях – кисти краски перед нами, карандаш и лист бумаги – в возрастных категориях от 5 до 15 лет. Конкурсной комиссии предстояло сделать сложный выбор, но после долгой и кропотливой оценки каждой творческой работы имена победителей определены. Итоги конкурса рисунков будут размещены на официальных страницах администрации. Температура за окном становится выше, а вместе с ней растут и скидки на проезд по карте жителя Самарской области, сообщает телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Выбирайте подходящий тариф, получайте карту жителя от платежной системы МИР и до 30 июня оплачивайте поездки на общественном транспорте с выгодой. Подробнее о тарифах читайте на сайте kart.samregion.ru.